научились вызывать себе на подмогу алчущих. Это пристранная публика. Хорошо, что они сторонятся городов. Пока. Когда же это кончится? Забери мою жизнь, пожалуйста. Салют. Арктус, верховный жрец деменции. Я здесь, чтобы наставлять тех, кому требуется помощь. Что тебе надобно? Мне мало о нем известно. Думаю, направиться в Анвил, чтобы послушать его лично. Говорят, еретики в землях Мании научились вызывать себе на подмогу алчущих. Пока. Говори, безумец. Как все говорят, пойди. Береги себя. Привет. Да благословит. До свидания. Темнейшие благословения. Счастливые времена, счастливые дни. Дервинин, верховный жрец Мании, к твоим услугам. Что привело тебя в это святое место в такой прекрасный день? Как все говорят, он речет, что нападение на часовню Анвила – знамение грядущей катастрофы. Пойди в Анвил и послушай его, если тебе интересно. Говорят, он проповедует около часовни каждый день при любой погоде. Утилс Орелет в обыкновенных сокровищах – неплохой выбор товаров. Что еще? Что-то не верится. Замечательно. Что еще я могу сказать? Уходи прочь. Не могу спорить с этим. Что-то не верится. Ой, такие комплименты. Победа за тобой. Какая гадость. Какой изысканный комплимент. Что-то не верится. Победа за тобой. Тебе должно бы быть стыдно. Что-то не верится. Не смешно. Совсем не смешно. Пожалуйста, ты вгоняешь меня в краску, но все равно спасибо. Я не возражаю. Я ценю этот жест. Понятно. Следуй тропой скромности, и обретешь просветление. Что тебе надобно? Давай быстрее! Хотелось бы мне быть на твоем месте. Не говори ерунды. Потрясающе! Как это там говорится? Это просто слова. Отлично. Какая чушь. Потрясающе! Великолепно! Тебе не напугать меня! О, это именно то, что нужно!
Хотелось бы мне быть на твоем месте. Ни сейчас, ни позже. Откуда это? Действительно смешно. Как любезно с твоей стороны. Это просто слова. Превосходно. Увидимся.